Когда ты ввязываешься в какие-то вещи, связанные с какими-то с крупными деньгами, конечно же, ты становишься несвободным. Потому что какие-то финансовые нарушения неизбежны. Например, там законодательство Российской Федерации налог, ну, в каком-то финансовом смысле, оно довольно усложненное. То есть есть много каких-то пунктиков. Даже, например, ну, я уже успел, например, сравнить даже, что значит, не знаю, подключиться к PayPal здесь и что такое подключиться к PayPal в России. Это две совершенно разные вещи. И понятно, что там, где проходят большие деньги, что там какие-то нарушения там обязательно есть. Их просто не может не быть. Они есть у всех по определению, потому что просто там невозможно, да, по-другому. И если вот так вот захотеть очень и кому-то там докопаться и начать что-то расследовать, найти какие-то нарушения можно вообще везде, где угодно. А дальше уже вопрос только желания и необходимости. Хочется заводить дело или нет?